Всем привет! Итак, человек купил машину себе и решил ее отремонтировать. Теперь машина в моей мастерской. Буду ремонтировать правую сторону. В ремонте буду использовать споттер. Переднее крыло будет заменено. Ладно, ремонт начинается. Начну ремонт с передней двери. Она меньше всего повреждена. Теперь задняя дверь. Thank you.
Теперь буду шаманить над задним крылом.
Итак, заднее крыло сделано. Последний шаг – замена переднего крыла. Работа с металлом закончена. Чистый металл замазываю грунтом. Моя работа закончена. На эту работу ушло 23 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!